наливаем чуть-чуть масла и добавляем кусочек сливочного масла для сливочного вкуса. Пока наше масло растапливается. Так, делаем омлетную смесь. Разбиваем яйца. Для двоих я беру 4 яйца. Солим. Размешиваем их, сильно не взбиваем, просто размешиваем. И добавляем молока. Молока немного, получилось 1/4 стакана. Все, масло у нас нагрелось. Мы заливаем сюда наш омлет. Накрыли крышкой и убавили огонь. Покуда омлет доходит до яйца, мы готовим начинку. Для этого колбасу. У нас для начинки колбаса, сыр и зелень. Колбасу режем произвольно. Кто как хочет, кубиками, соломкой. Я люблю соломкой. Колбасы тоже смотрите по вкусу. Кто любит много, кто не очень. И сразу порежем зелень. Сегодня у нас укроп. Конечно, муж у меня быстрее режет. Так, все, начиночка готова. Ребята, тут у нас дошло до нужной нам кондиции. Сухо все. Высыпаем нашу колбасу. Может кто-то скажет, что я сильно крупно нарубала. Но мы любим так, чтобы она чувствовалась. Да, на одну половиночку. Для чего это я потом вы увидите. Посыпаем зеленью. Посыпаем зеленью. И трем сыр. Прям сюда. Видно? Тоже тут варианты. Можете сразу в омлетную смесь сыр натереть. Но мы любим, чтобы как в пицце сыр тянулся. Все. И теперь берем и накрываем это дело вот так второй половиночкой. Чуть-чуть придавливаем, накрываем крышкой и выключаем газ. Все, пока чай, кофе заварили, омлет у вас готов.